5 самых отважных и решительных знаков зодиака. Умеете ли вы противостоять своим страхам и действовать решительно? Возможно, вы не считаете себя храбрым человеком, но в случае необходимости вы не колеблясь станете защищать себя, свое мнение и убеждения. Вы по натуре своей отважный боец и умеете вести себя уверенно и напористо, хотя порой вас несколько подводит ваша импульсивность. Однако, если вы что-то решили для себя, то уже ничто и никто не в силах вас остановить или разубедить. Давайте взглянем, какие зодиакальные знаки могут обладать такими качествами. Овен. Овен – это воплощение безумной энергии и драйва. Эти люди импульсивны, решительны и предприимчивы. Любой овен способен подскочить среди ночи и помчаться на помощь тому, кто в ней нуждается. Представители этого знака добродушны, не будучи слабыми, щедры, не требуя взамен ничего, и они предпочитают видеть только светлую сторону жизни. Также овен – очень живой и подвижный человек, не терпящий бездействия и застоя, поэтому он всегда идет на риск, забывая о страхе. Близнецы. Близнецы больше всех других знаков хотят быть счастливыми и делают для этого все возможное. Причем они сознательно блокируют весь негатив в своей жизни и пытаются увидеть добро и свет в окружающих людях. Этот знак чрезвычайно умный и отважный, и он будет бороться до последнего за то, во что он верит. Близнецы защищают слабых и помогают обездоленным, отдавая свое время и финансы на благотворительные цели. Ко всему прочему, они ратуют за то, что в их глазах кажется им справедливым и правильным. Лев. Лев – это действительно фантастическая личность с храбрым сердцем. Все львы являются прирожденными лидерами, они бесстрашны и делают все, что в их силах, чтобы помочь окружающим и поддержать их. Причем поступают они так из чистого альтруизма, никогда и никому не предъявляя счет. Лев умеет принимать важные и нужные решения, не затягивая с делами и не откладывая их в долгий ящик. Людей этого знака отличает настойчивость, невероятный оптимизм и позитивная энергия. Скорпион. Если скорпиону что-то взбрело в голову, то он станет поступать так, как считает нужным. Он будет открыто высказывать свою точку зрения, даже если она не популярна и не пользуется ничьей поддержкой. Скорпион однозначно начнет действовать, не задумываясь о последствиях, если для него важен результат. Он не в силах простаивать, видя цель впереди себя. Однако скорпион ни за что не позволит кому-либо воспользоваться им или плодами его труда. Скорпион – крайне отважный и сильный человек. Он доверяет своей интуиции и всегда напролом идет вперед. Рыбы. Вроде бы рыб сложно назвать решительными, однако их храбрость кроется в мелочах. Рыбы умеют взять на себя ответственность, когда они сделали что-то неправильно. К тому же, они не боятся приносить свои извинения и признавать неправоту. Рыбы всегда будут помогать своим близким и окружающим, и они очень щедро выдают людям второй шанс. Однако они не колеблются, когда нужно заступиться за слабого или протянуть руку упавшему. Врожденная эмпатия рыб заставляет их действовать смело и решительно в критических ситуациях. Эти знаки зодиака обладают качествами лидера. А считаете ли вы, что согласно астрологии, вы решительный, отважный и уверенный в себе человек? Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.